Всем привет! В этом ролике я расскажу вам о блендере Polaris PHB1589AL3. И начнем с самого приятного, с распаковки. Очевидный плюс данной модели – это функционал 7 в 1. Самое банальное – это, конечно, сам блендер, миксер, вот он венчик от него. Два измельчителя. Почему говорю два? Потому что здесь две чаши на разный объем. На 500 мл и аж на целых 2 литра. Вот она. И казалось бы, что может быть еще? Но функционал резко возрастает благодаря вот этим дискам. Для шинковки и для мелкой терки. Но и это еще не все, потому что также здесь есть диск для нарезки кубиками. Здесь нужно немножечко, оп, поднапрячься для того, чтобы ее показать. Соответственно, само лезвие и сама насадочка. В основной части корпуса у нас скрывается движок на 1500 ватт. Если другими словами, это 30 скоростей и плюс режим турбо. Ну и, конечно, приятный бонус – это плавная регулировка скоростей. Также важно упомянуть, что в данном двигателе используется технология Protect Plus. Это двойная защита от перегрева и нагреваний. А теперь давайте детально пройдемся по насадочкам. В насадке для блендера установлены лезвия 4 Pro Titan. И название говорит само за себя. Они с титановым покрытием. Сама же насадка изготовлена из нержавеющей стали. То же самое могу сказать и о венчике для миксера. Используется тот же самый материал. Об измельчителе говорил ранее. Здесь у нас их два с разными чашами разного объема. Также в комплекте идет мерный стакан на 600 мл, вот он, собственно, представлен, и специальное приспособление для удобной и быстрой очистки диска для нарезки кубиками. Собственно, вот вы видите, специальные пазы для лезвий в данном случае у нас представлены. И, собственно, на этом все. Вот такой он замечательный блендер. Теперь дело за малым — сделать вам правильный выбор.